Уже завтра все школьники отправятся на заслуженный недельный отдых. И главное, не провести эти 7 дней дома за планшетом. Чтобы оторвать ребенка от гаджетов, нужно продумать досуг, распланировать каждый день. В воскресенье, например, сходить в Рубин на фестиваль wow.ru. В программе мастер-классы, ярмарка, шоу мыльных пузырей, анимация для малышей. На репетиции праздника побывали мои коллеги Анна Рыбина и Максим Мартынов. Пеппи, куда ты меня вообще привела? Отдай вообще мой планшет. Ведущие пока без ярких костюмов и свой текст то и дело сверяют со сценарием. Это репетиция. Но и без праздничных атрибутов понятно. Гаджетам не место на фестивале wow.ru. Да и когда заглядывать в телефон, если надо успеть поучаствовать во всех мастер-классах? Будут рукоделия, будет робототехника, очень интересное направление, да. А что же у нас еще планируется? Театр, пластический театр, хореография, современная хореография. И еще небольшой сюрприз, о котором мы расскажем потом. Оттачивают движения девчонки из школы танцев «Форте». На фестивале у них хип-хоп номер и задача максимум. Он сложно эмоционально, потому что нужно завести публику, нужно, чтобы народ был веселый, им стало весело, они захотели с нами танцевать. Или петь хиты последнего Евровидения вместе с вокалистом. Хорошо, что фестиваль пройдет в Рубине, говорят организаторы. Помещение позволяет вместить всех желающих участвовать в ярмарке. На нашем фестивале будет ярмарка с хендмейд-товарами для всей семьи. Там можно увидеть товары Family Look, то есть свитшоты, шапочки, которые девочки шьют. Также можно увидеть какие-то аксессуары для девочек, вязалочки для маленьких деток. У нас будут мастерами хенди, аквагрим. На самом деле товаров большое множество, можно прийти и выбрать. А еще выиграть в лотерею. Прямо на фестивале разыграют призы от партнеров проекта и билеты в кино. Анна Рыбина, Максим Мартынов, Антенна 7.